Что? Что, закрыли? Мне на тебя смотреть или смотреть только в камеру? Как? Сейчас. А, я... Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами в студії я, Анна Кравчук. І сьогодні ми поговоримо на таку цікаву тему, як етикет. Дніпро заслуговує на красу, і вона проявляється не тільки у красивих пейзажах, але ще й в першу чергу у людях, які є обличчям нашого міста. Як бути більш вихованим, як себе правильно поводити, розповідає у своєму блозі наша сьогоднішня гостя Аліна Алєксєєва. Я її вітаю. Аліна Алєксєєва буде нам розповідати про етикет. Також вона є автором онлайн-школи етикету, яку планує зробити в офлайн-режимі. Аліна, ще раз тебе вітаю. Розкажи взагалі, будь ласка, чому саме етикет і як ти до цього дійшла? Невже наші люди настільки невиховані, що ти вирішила їх навчати навичкам етикету? Здравствуйте, Аня. На самом деле, идея с блогом пришла ко мне довольно давно. Не знаю, помните ли вы такую программу «Вид пацанки до панянки». На тот момент мне было, не знаю, сколько лет, я была в подростковом возрасте. И попросила маму: «Мама, я тоже хочу учиться, мне тоже нравится, я тоже хочу такой стать». Она говорит: «Зачем тебе? Ты и так леди». Это забавно, но на тот момент варианта, где обучиться обычной девушке из обычной семьи, вот правилам этикета, манерам поведения, ну, просто негде было. Чем старше я становилась, тем больше я видела запрос и потребность молодых людей вот в таком образовании. Думаю, все знакомы с пирамидой Маслоу, да, и основные потребности на данный момент у нас всех уже выполнены. У нас есть защита, у нас есть еда, у нас есть все то, что нам нужно для жизни. Но правда же этого недостаточно. Должно быть что-то более к чему стремиться. Раньше аристократия предоставляла людям вот такой идеал, к которому стремились абсолютно все люди всех сословий. Сейчас аристократии нет, особенно в нашей стране ее нет. И у нас есть возможность самим стать теми аристократами духа. И когда я только начала блог, я увидела, что девушки откликнулись, нас стало больше, нас стало значительно больше, и этот блог уже даже не совсем принадлежит мне, так как каждая из его участниц, задавая вопросы, предлагая интересные темы, создает это. Значит, есть запрос, значит, есть куди рости і кого обучати. Ти сказала про те, що коли ще була маленькою, коли дивилася програму «Від пацанки до панянки», зрозуміла, що дівчині зі звичайної родини неможливо ніде цьому навчитися. І все ж таки, де ти навчилася сама цим правилам? Як ти до цього дійшла, що зараз вже можеш бути викладачкою? Спасибо за такой вопрос. На самом деле вопрос компетентности для меня в любом деле очень важен. Я по образованию переводчик, а по профессии я телеведущая. То есть с этикетом я вроде бы как не связана. Но тем не менее, когда я пришла на телевидение, первое, чем я занималась, это вела программу рубрика «Этикет на завтрак». И все те знания, которые я передавала, я искала сама. Я читала литературу, я встречалась с людьми, которые каким-то образом компетентны в этой сфере. То есть можно сказать, что самоучка. Поэтому я еще не берусь называть себя экспертом этикета или преподавателем. Я скорее как передатчик. Через меня люди получают те знания, которые нам дают эксперты. Но все впереди, и я продолжаю учиться. Yes. Як я вже встигла зазначити, зараз твоя школа така етикету функціонує в форматі особистого блогу. Які плани на майбутнє? Чи є у планах вийти в офлайн режим? Да, и это сейчас моя даже не мечта, а непосредственная цель. Я встречаюсь с разными преподавателями этикета, не только у нас в Днепре, но и в Киеве, по Украине и за рубежом обучаюсь у них для того, чтобы создать уже первые мастер-классы. Я решила начать с мастер-класса по столовому этикету, потому что мы все с этим сталкиваемся ежедневно, и чаще всего мы, кроме того, как держать ложку, как пользоваться салфеткой, не очень много знаем. А правила столового этикета — это такая огромная азбука, это такая прекрасная наука о жизни, и я хочу начать именно с этого. И первый мастер-класс, который я буду преподавать, это будет именно мастер-класс по столовому этикету, но далее в перспективе хочется и открыть студию по столовому этикету, и на самом деле в идеале школу для девочек с полноценным средним образованием, с уклоном
в этикет, в манеры, в актерское мастерство, ну, і так далі. Ну, з власних спостережень, на якому рівні, можливо, порівнюючи з іншими містами або з іншими взагалі країнами, знаходиться зараз рівень етикет обізнаності, етикет освіти у Дніпрі, у нашій країні? Взагалі, чи от таке поняття, як менталітет, воно існує, воно впливає на рівень етикету? Я могу сказать, что так как мы страна постсоветского пространства, в которой были довольно жесткие, пусть не этикет, вряд ли это называлось этикетом, это была нравственность, у нас страна не в плохом положении, у нас есть дружба, у нас есть, это все тоже этикет. Этикет это не только какие-то правила, как есть, как держать вилку, это в первую очередь внутренняя суть человека и его желание быть, вот, быть человеком, быть человечным. Я могу сказать, что именно это у нас на высоком уровне, и мы можем гордиться тем, насколько мы добродушные, открытые люди друг к другу. Но в плане манер и культуры есть куда расти. А можливо, якісь такі приклади, з якими ти особисто на своєму власному досвіді стикалася, коли людина не змогла проявити от рівень своїх манер, рівень своєї етикетобізнаності, коли якось неправильно це проявлялося у людини? Я стараюсь не оценивать с позиции, наверное, этот человек не очень хорошо знал этикет, не хорошо учился в школе, это не совсем правильно, но моменты, когда мы сталкиваемся с тем, что людям ну, не хватает обычных знаний, культуры, этикета, конечно, у меня есть и самый яркий, я не планировала это рассказывать, но тем не менее, я написала статью по этикету, она меня так вдохновила, это была такая прекрасная, воодушевляющая статья. Я выхожу из подъезда, и у нас сидят молодые люди, немножко под шофе, да, как это называется. Один из них говорит: «Анекдот. Заходит в ресторан этот, как его? Вот этот, который бухло пробует. Сомелье. Да-да-да, сомелье». Конечно, когда ты с таким сталкиваешься, понимаешь, что очень-очень многому нужно учить людей. И я не беру на себя функцию научить всех, но хотя бы тот небольшой круг людей вокруг меня. Это даже в моей семье проявляется. Я рассказывала девушкам своего блога о том, что я нашла чайный сервиз моей бабушки фарфоровый. Это первый фарфоровый сервиз в моей жизни. И у нас каждый завтрак с супругом начинается с того, что я сервирую стол, я достаю сахарницу, достаю молочник, и мы красиво, вот, с удовольствием пьем чай, кофе. Точно так же поступает уже и моя мама. Ей понравился фильм «Аббатство Даунтон», и она точно так же смотрит, как я его, и тоже вдохновилась вот на красивую сервировку. И теперь это не просто у нас по праздникам, по каким-то особым дням, это стало нашей частью нашей жизни. Вот так. И мне хочется, чтобы вот с таких маленьких примеров начиналось все и у моих подписчиц, и у будущих учениц. Я так розумію, у наших глядачів сьогодні теж є можливість трішки доторкнутися до прекрасного. У нас буде невеличкий такий міні-урок етикету. Давай його проведемо разом. Я буду теж дивитися, теж навчатися. З удовольствием. Так как мы говорили про столовый этикет, первое, о чем я хочу рассказать, это как нужно себя вести, когда вы приходите в ресторан. Самое первое, конечно же, вам нужно правильно поставить сумку, потому что чаще всего мы ходим именно с сумкой в ресторан. Что не нужно делать? В первую очередь, ни в коем случае не ставить ее на стол. На стол и на колени. Это очень простое правило. Куда же в таком случае? Ну, чаще всего в наших ресторанах не приносят табуретку, куда можно поставить ее. Поэтому, так как на пол нельзя, ставим ее на спинку стула за собой. Никто ее не заметит, и вы будете чувствовать, то есть ваша сумка будет в безопасности. Это первое, что мы сделали. Далее, к вам подходит официант, предлагает меню. Если вы находитесь с вашим мужчиной, с кавалером, и это не деловая встреча, он заказывает за вас. Он общается с официантом, вы со своей стороны можете только поблагодарить. Это может вызвать некоторый бунт. Почему это? С какой радостью я должна? Я не могу сама пообщаться. Но на самом деле это лишний повод дать мужчине понять, что он мужчина. Точно так же, как он вам дает понять, что вы женщина, представляя за вами стул, и вот он ухаживает. Следующий момент. Вам, допустим, вы заказали чай или кофе. В правильном месте вам чай поставят так, чтобы вы могли его держать с правой стороны. То есть оно не будет вот так развернуто, чашка будет поставлена правильно. Как нужно держать чашку? Вот так держать ее неправильно. Мы не продеваем палец в ушко, это не колечко, это некрасиво. Вы держите чашку двумя пальцами.
Можно, если, да, фарфоровые чашки у нас не в обиходе, поэтому чаще всего вам приносят вот, например, такую посуду, она тяжелая. В таком случае вы ее немножко придерживаете двумя пальцами, когда пьете. Это удлиняет кисть и делает ваши жесты более расслабленными и красивыми, чем вот вы сможете сравнить сами. Следующий момент. Как размешивать? На самом деле уже появилось очень много вариантов, и если вам кто-то скажет, что нужно рисовать крестик в чашке, не слушайте, пожалуйста, таких советов, посмотрите фильм «Аббатство Даунтон», никто крестики в чашке не рисует. Вы размешиваете по часовой или против часовой стрелки, как вам удобно, главное, не создавайте шума, это единственное, что от вас требуется при размешивании. Следующий момент, я долго почему-то себя отучала, не нужно вот стучать по чашке. Вы размешали и поставили. Если вам принесли чайный пакетик, вы его не выкручиваете никаким образом, просто его достали и положили на блюдце. Вы можете попросить официанта принести вам отдельное блюдце, чтобы не оставлять на салфетке, допустим, влажные пятна. А следующий момент, если вы пьете кофе, не допивайте пенку. Вы ее выпили, но ложкой ее есть не нужно. Ну, вы можете себе такое позволить, если вы в одиночестве, если вы пьете кофе дома, если это деловая беседа и вам нужно произвести красивое впечатление, оставьте эту пенку, не заостряйте на ней внимание. Ну и, наверное, самый важный совет. В столовом этикете главное не только получить удовольствие от еды, но и удовольствие от общения. Все ваши жесты, они должны быть, такое слово, периферийными. То есть вы не обращаете на них внимания. Вам принесли кофе, вы поблагодарили и дальше общаетесь с вашим собеседником и просто наслаждаетесь вечером. Не нужно полностью концентрироваться на этой чашке, на ложке и так далее. Такие простые правила. Но вони зроблять вашу життя красивіше. Я дуже сподіваюся, що це дійсно так. І наші глядачі, подивившись на такий невеличкий курс, як поводити себе у ресторані, якщо ви замовили каву або чай, зможуть дійсно створити таку для себе атмосферу більш красиву та етикетну, якщо можна так сказати. Ну і давай зробимо невеличкий, не знаю, то ти що. Анонс або якось допоможемо нашим глядачам дізнатися, де ж шукати таку інформацію щодо етикету, де ти сама береш інформацію. Неодноразово ти згадувала про фільм, можливо, дійсно якісь манери можна дізнатися з конкретних кінострічок. Давай про це розповімо ще. Конечно, если вы хотите быть леди, вы можете либо подписаться на мой инстаканал, это этикет с Еленой Алексеевой, где я регулярно выставляю какие-то полезные советы. Вы также можете запастись художественной литературой, это любая литература 19-18 века, там, где культура просто как должное воспринимают. Следующая есть хорошая книга, этикет с Вервицкой, с Верой Вервицкой. Она в очень легкой повествовательной форме, с красивыми примерами из Франции, из разных стран, прививает вкус, вот это вот чувство красоты. Также есть австрийская школа этикета, у них есть сайт, и Мария Бушет делает огромную работу для того, чтобы девушки могли в свою повседневную жизнь брать эти правила. Ну и далее будем смотреть по обстоятельствам. А «Аббатство Даунтон» действительно прекраснейший фильм, после которого вы захотите сервировать каждый свой обед, после которого вы захотите с исключительно ровной спиной, носить дома прекрасные платья. Думаю, если вы его посмотрите, сами в этом убедитесь. Ну, я дуже вдячна тобі за нашу таку бесіду. Мені було дуже приємно поспілкуватися. Я сподіваюся, нашим глядачам також. Я дуже плекаю велику надію, як і наш сьогоднішній спікер Аліна Алексєєва, що ви будете залучати себе до прекрасного, тому що, як я вже нагадувала на початку, ми обличчя нашого міста, ми обличчя нашої країни, і було б дуже приємно, аби це обличчя було вічливим та етикетосвідченим. Давайте будемо навчатися етикет разом з вами, разом з телеканалом «Відкритим прес-центр». Анна Кравчук, я вам вдячна. До нових зустрічей, до побачення.